Хамелеон на языке оригинала. Бабочка села на ухо Серёжи. Имеющую золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета. Вот. И был золотой сосуд с манною. Джезл, она на меня хотела сесть. На мою завета. Футболку. Яркую. Вот вот я, такую. Другими словами, 10 заповедей. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве Сережа, ау. Скажи привет. Привет. Привет, бабочки мои. Сидит. И сидит. Я ее снимаю, смотри. Позирует. Бабочка позирует. А мы на природе отдыхаем. Слушаем дух пророчества. Вот на такой природе. Оливковый сад. Образно говоря, представляющий великого вот первосвященника. Бабочка и сидит до сих пор. Бабочки мои. Бабочки мои. Улетела. И улетела. Итак, все, пока-пока.